Давай. Май, 20 число. Здесь могла висеть замечательная реклама кандидата в депутаты. А пока висит не кандидат в депутат. Вопрос Нилу Ушакову. Почему нет качелей? Я хочу покачаться в его честь. Туда-сюда, туда-сюда. А если серьезно, то вот этот Вармарский парк у нас знаменит тем, что на 1 июня, День детей, в прошлом году выгнали всех детей, всех мамочек, и был гей-парад. Поставили здесь собачек, обманули, что все будет дружба и мир, никого не пустили, кроме голубых, и вот это место пустовало. Посмотрим, что в этом году. Как скажет товарищ мэр, наш любимый мэр, кому он даст предпочтение, детям или голубым? Вот посмотрим, если у нас будет новый парад голубых. А пока просто наблюдайте за нашей замечательной площадкой. Вот качели надо сделать. Так она очень хорошая площадка. Добро пожаловать.